Очередной трагический случай из-за разбушевавшейся стихии произошел в Ершове. Вечером во время ураганного ветра на молодую женщину упало дерево. Пострадавшую с многочисленными травмами отправили в больницу, но утром стало известно, что женщина скончалась. ЧП произошло на одной из центральных улиц Ершова. 34-летняя жительница забрала ребенка из детского сада. Они направлялись домой, когда налетел сильный ветер и повалил сухое дерево. Женщина успела оттолкнуть ребенка, который не пострадал. По факту ЧП следователи проводят проверку. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе в рамках доследственной проверки следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц, в обязанности которых входит контроль за состоянием насаждений на территории данного города. По результатам же доследственной проверки следователи примут конкретное процессуальное решение. Сейчас на территории образовательных учреждений Ершовского района проводится ревизия всех деревьев. Между тем, это не первый случай в области, когда на людей падают деревья. 29 марта в Саратове на улице Шелковичная на 13-летнюю Каролину Постникову упал огромный тополь. Девочку с переломом черепа доставили в больницу. Каролине понадобились долгие месяцы реабилитации. По словам родителей, сейчас девочка чувствует себя удовлетворительно, но состояние здоровья все же не позволяет ей посещать школу. Каролина находится на домашнем обучении.